Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Warlock Legion. Я прошел до 19-й части игры под названием «Каша чертежей». Предыдущая миссия, друзья, была очень прикольная и интересная. Реально, я забрал себе команду прикольного агента Альбионовского. Вот он, друзья, сейчас я за него играю. Он реально классный, прикольный агент. В предыдущей миссии, друзья, мы узнали, что планирует устроить Касл. Переворот, это капец, он какой-то хочет роботов сделать, которые будут, получается, он роботов хочет сделать под названием Фемида, автоматизированную систему снаряжения и устранения целей. В общем, полнейший жопу он хочет сделать, Касл, и самое главное, друзья, он убил комиссара полиции при всех свидетелях и сказал: ну что, вы хотите, бля, обсудить все с правительством? Если да, вам пипец. Поэтому, друзья, сейчас я отправлюсь на штаб в ДСЕК. И мы с моей командой, с моими друзьями посмотрим, что вы... Будем обсуждать, что будем мы делать дальше. Во! Так, а технологии, да? Так, что же сейчас мне прокачать по себе? Так, так, это я прокачал. Так, поэтому, друзья, миссия обещает быть очень даже интересная. Да, Найджел Касл полнейший мудак. Честное слово, мудозвона. Так, кастет. Ух ты, электрокастет. Так, маскировка у нас прокачана, да, или нет? Так, маскировщик Саван. Ух ты, прикольно. Так, так, так. Так, кто у нас? Боевой бот-паук. Во! Вот это, я думаю, уже замучу, друзья. Боевой бот-паук. Давно хотел уже себе это сделать, а? Во, максимальное улучшение. Все, друзья, сейчас быстренько нам тачки приедем. Наш штаб, так сказать. А где он находится у нас? Ух ты! Далековато. Так, ну ладненько, друзья. Я хочу тачки просто погонять, а? Ой-ой-ой! Сейчас аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Сори, сори. Сейчас, друзья, я включу автопилот. Автопилот. Во, друзья, кстати говоря, спасибо вам всем за поддержку. Я понимаю, что вам танки не нравятся, все такое. Но в любом случае, спасибо, что вы меня поддерживаете. Я реально, этот марафон капец уже какой сложный. Просто, друзья, я давно в танки не играл и реально просто разучился. Поэтому мне надо опять наверстать упущенное и стараться развивать, ну, в смысле, свои навыки опять, ну, вновь, как сказать, вы понимаете, их мутить, а. Надеюсь, все у меня получится, я выполню марафон и получу танк совершенно бесплатно. Так, получилось, а по правилам, типа, он стоит, видите, пропускает людей, а? Да, прикольно, блин, прикольненько, мне нравится, а? Да, класс, на самом деле, бот, класс. Мне нравится автопилот, блин, только, правда, уже никого нету, а? Ну, типа, сейчас пока светофор, видите? Ну, пока все люди, типа, не пройдут. Хотя они уже прошли, и все равно стояла машина. Но, тем не менее, видите, даже со скоростью нет, а? Видите, просто по скорости едет медленно, а? Так это у нас получается, кто стоит там? А, по-моему, альбионовские ублюдки, а. Я, чувачок в новогодней шапке, друзья. Блин, вон они уже Новый год, друзья. Фух, даже я вот и думаю, какой же мне новогодний стрим сделать, по какой игре? Просто мне сказал мой друг Олег, лучше Димон сделать 1 января вечером, потому что 31 или 1 ночи, и люди будут спать, там, ну, все такое уже будет не в том состоянии, чтобы смотреть стрим, а. Ну, я подумаю, может быть, так и сделаю, в принципе. После 31, друзья, я вечерком работаю. Поэтому я вечером 31, я сделать смогу стрим. Хотя, если смогу, то, может быть, часов в 9 до 11, в принципе, я смогу сделать. Ну, если будет время. Надо будет просто там комнату наряжать, все такое. Надо будет там помогать всем, всем и все остальное, а. Вот, посмотрю вас, друзья, с Новым годом поздравить на стриме, а. И хоть классные, прикольные игрушки поиграть. Да, это будут точно не танки, потому что я понимаю, что вам танки особо не заходят. Очень, конечно, жалко, что вам танки не нравятся, но, в любом случае, друзья, всем вам спасибо, что вы меня поддерживаете. Я сейчас хочу чисто допилить все серии Watch Dogs, потому что скоро классная игра выйдет, Киберпанк. Я уже, в принципе, говорил, что на второй части. Я очень хочу пройти все миссии этой классной игры. Тут, конечно, в этой игре бывают и охеренные, и просто суперские миссии. И бывают они такие нудные, но, в принципе, в любой игре есть и охеренные миссии интересные, есть и не очень, а? Ну, именно по обычной игре, конечно, но игры я... Это нет, это отдельная тема, а? А по танков, блин, танки неплохая игра, реально. Ну, когда бывают такие моменты, что просто там бомбить, это пипец, а. Мне так позавчера накрыло, что это просто был ужас полнейший, а. Это просто... Ох, так когда я первый стрим сделал свой, так бомбанул, это пипец по этому марафону, а. Это было жопа, друзья. Ой, стой. А, фух, все нормально, а. Все хорошо, друзья. Мы почти приехали к нашему штабу. Сейчас поговорим с моей командой. Посмотрим, что же делать дальше, а. А, пока понял, наша задача в сегодняшней миссии, друзья, будет украсть их чужие именно по ходу этой Фемиды, этих боевых дронов. Чтобы у Касова ничего не получилось, а.
Может быть, даже в этой миссии, мне кажется, не в этой, либо в следующей миссии мы убьем Касова. Эй, ты куда? Что-то там нужно было поехать, типа, сократить можно было, а? Типа так, ну ладненько. Это может, друзья, вон там посмотреть. Классненько, вон, Биг Бен, друзья, видите, а? Альбион захватил, блин, Биг Бен, ну и знаменитости Лондона, часы. Как там правильно, Биг Бен, по-моему, называют часы эти, а? Да уж, блин. Тут, если так реально было бы в реальной жизни, бы везде дроны летали бы по Лондону, было бы хреново, а? Честное слово, и Альбион бы захватил бы власть, ну или какая-то другая бы организация. Так, друзья, они будут лучше стоять, поэтому пока я выключу автопилот, то сам уже поеду, а? Так, вот так вот, аккуратненько, все, а? Хватит, автопилот, спасибо тебе. Я, друзья, не поговорил. Реально, друзья, спасибо вам всем-всем за вашу поддержку. Я вот смотрю, вам больше нравится прохождение моей ассасина, нежели Watch Dog'а. Ну, не знаю, почему Watch Dog'у мне нравится, но все равно спасибо, что поддерживаете. Так, поблизости есть задание. Ага, понял, понял. Не-не-не, у меня есть сейчас другое задание. Поважнее. Так, все, все, друзья, сейчас я припаркуюсь аккуратненько. Вот тут, где-нибудь тут встану. Аккуратненько, постараюсь припарковаться. Так. А, чувак, извини, но... Вот так я встану, машину поставлю. Во, все, я пошел. Пока сейчас поговорю с моей командой. Даже будет интересно, о чем же мы будем говорить, а? Привет, подруга. Так, давай. Погнали. Такой рычаг, типа, дверь открывается. Опа, потянул. И это потайная дверь, друзья. Класс, а? Не прикольно. Сейчас по-любому там будем бомбить этого Касова. Этого Найджела мудака. Правда, друзья, миссия обещает быть интересной. Желаю вам всем приятного просмотра. Начнем брифинг, как только все будут готовы. Окей, я уже понял. Обсудите задание с командой, это я уже понял, а? Только мне нравится убежать досек, оно прикольное, классное, тут дофига говорить, видите, классных, красивых, в общем, прикольно. Но больше, конечно, мне нравится первая часть Watch Dog'а, конечно. Нет, третья неплохая часть, в принципе, особенно когда миссии классные. Ну, первая все-таки поинтереснее, в некоторых планах я потом сказал бы, почему. Опа, давайте с ней поговорим, мы спасли ее недавно. Похоже, сопротивление начинает набирать обороты. Да уж. Вчера при мне подонки Келли начали громить чей-то магазин. Я швырнула в них гранату. Муляж. Но они-то не знали. Владельцы магазинов теперь в курсе, что их защищает Дедсек. Приятно приносить окружающим пользу. Дедсек дает Лондону хоть какой-то шанс в борьбе за свободу. Муляж гранаты, а? Блин, честно, да, до всех ребят оборот, у нас уже много людей в команде, до хера просто людей в команде, а. Так, я думаю, в этой миссии кем я буду играть, им или кем-нибудь другим? Посмотрим, а, по ходу дела. Вот что мы знаем о Найджеле Кассе. Он запускает некий проект Фемида. Отсутствие информации настораживает, но, похоже, Касс хочет убрать из правоохранительной системы человеческий фактор. А еще он работает вместе с Тайдис, и это плохо. У них много совместных проектов. Всякая дрянь. Автономное оружие, алгоритмы автонаведения на людей. Значит, Тайдис наш шанс узнать больше о секретном проекте. Но их система безопасности известна своей надежностью, и Хэмиш предложил интересный вариант. Альбион строит нового микродрона. Об этом рассказал мой информатор. Его не запустили в производство, но с чертежами мы сможем сделать своего. И обойти систему Тайдис. Именно. Они ж крохотные. Нужны для обслуживания других дронов Альбиона. И это мелочь. Попадет туда, куда не попадет никто. Ну что ж, все ясно. Следующий шаг — проникнуть в лабораторию дронов Альбиона и заполучить чертежи. И у вас будет гаджет, который поможет вломиться в Тайдис. Клево. Координаты пришлю. Но это... Альбион не любит отдавать игрушки. Я это прекрасно знаю, что Альбион не любит делиться игрушками. Так. Украдите чертеж микродрона. Ух ты. Я думал, типа, мы украдем чертеж этого Фемиды. Вот это, ну, типа, дронов появых. А нет, оказывается, мы... То есть я другие украдем чертежи. Так, я думаю, одежду эту оставить ему или другую взять, а? Надо подумать, а? Если честно, сначала, друзья, я думал, что наша задача будет украсть именно чертежи Фемиды. Ну, типа, чтобы вокрынуть этого Касова. Оказывается, нам, друзья, надо будет украсть микродрона чертежи. Да, миссия обещает быть, правда, интересной.
Так, одежда. У меня особо много ее нет, в принципе. Так, вот, я бы эту купил бы ему. Она, в принципе, подходит на самом деле. Класса. Капюшоном, конечно, тоже прикольно, но ладно. Я думаю, кажется, оставлю. Я ему лучше, знаете, что сделаю? Так, гардероб. Вверх. Так, во. Побудем, друзья, Маркуса. Кстати, он немного на него похож, но... Во, Маркуса побудем. Да не, Маркусом, Маркусом. А, я же забыл нажать готово. Во. Выбрать. Во. Просто нравится закуска мне. Так, штаны. Теперь вот штаны. А вот по поводу штанов у меня проблемки, конечно. Их особо и нет у меня. Либо такие, да? Я думаю, такие возьму. А, их покупать надо. Ладно, куплю. Они недорого стоят. Ну, это вообще... О, это еще классные штаны, а. Реально супер, а. Только на них не хватает у меня крипты. Так. Эти или эти? Ладно, возьму эти, друзья. Все, я выбрал. Так, головной убор. У меня, по-моему, есть нормальные кепки, да? Ух ты. Так. Так, десик. Да, я думаю, возьму кепочку, а. Или эту. Блин. Ладно, возьму эту кепку, друзья. Все, вот. Так, моего бойца я нарядил. Так, осталось теперь сумку ему замутить. Так. Я думаю, к этому наряду подходит больше эта сумка. Но это тоже, в принципе, неплохая такая. Там что-то нарисовано. Ну, ладно. Лучше я потом... Опа. Вот это вообще шикардоса подходит, друзья. Лучше на нее накоплю, а. Она реально идеально подходит к наряду его. Так, во. Это пока почти портфель. Так, друзья, я полностью готов. Очечки. Нет, оставим себе без очков. Так, медмаски. Медмаски нам тоже особо не нужны. Нафиг эти маски. Мы, как говорится, безбашенные, друзья, с вами. Опа, у нас есть классный автоматический пулемет, а, друзья? В этой миссии я все-таки за него поиграю, а? Тоже этот боец не понравился. У меня есть классный, прикольный пулемет. Так, сейчас, друзья, быстренько, может быть, телепортнуться. А куда идти именно? А, вот, все, я телепортну здесь, а. Во. Фух, да. Честное слово. Вот сейчас миссии классные, друзья, в игре пошли. Просто охеренные, а. Спасибо вам всем за ваши комментарии, лайки и подписки на мой канал. Спасибо, друзья. Все важные и полезные ссылки будут в описании. Также все полезные ссылки на мои каналы классных друзей Ромыча, Антона, Джокера и Лео Леопарда будут в описании. Они классные, прикольные игры проходят. Молодцы, реально классные. Только Ромыч пока игры не проходит, потому что у него видеокарта навернулась. Я уже говорил много раз. А так у него тоже классные, прикольные прохождения и классный канал. Так, какую же не взять тачку? Или мотоцикл? Ладно, друзья, возьмем мотоцикл, а. Мы с вами безбашенные, поэтому нафиг пошел. И это охерел? Отвали, сука! Не, иди ты нафиг, а. Так, сори. Ой-ой. Так, друзья, доедем. Или не доедем, посмотрим. А, мы, в принципе, почти доехали, друзья. Да уж, миссия обещает быть, правда, это же очень интересно и очень, друзья, опасно. Ой-ой. Да, водилось меня, конечно, никакущее. Конечно, буду гонки играть у себя на канале проходить, и вот интересно, а. Ого! Ты приближаешься к центру разработки дронов Альбиона, где проектируют микродрона. Надеюсь, стоит того. Не сомневайся, но надо отключить систему безопасности в лаборатории. Спасибо тебе, что предупредил меня. Я уже вижу, что полнейшая жопа, друзья. Так, контроль. Контролировать. Откроем. Ух, твою мать рождения. Тут реально прям капец оборона, друзья, у них, а. Жесткая. Так. А, прикольненько, друзья, я могу взломать его, а. Это вообще шикардос, а. Так. Это грузовой дрон. Ой-ой-ой, блядь, опять взломали, а. А, он вообще тут находится, недалеко. Изично, друзья, изично я попал сюда. Я не думал, что так легко будет, а. Так, друзья, дальше вообще будет тяжелее, а. Знаете, что я хочу сделать, а? Так, сначала пока тебя взломаем, да. А потом взломаем его. Это реально классный бот. А, пока нельзя взломать его, да? Жалко, друзья. Тут прям реально дохера этих дронов, турелей. В общем, капец, друзья, миссия. Реально обещает быть очень даже такой сложный, друзья. Так, я, в принципе, нашел. Чё, как там? Так, помехи. Ой-ой-ой. Сори. Летун, конечно, с меня никакущий. Так, ну я, в принципе, нашел. Внимание! Пошла дальше. Тут никого. Слышишь? Ну все, хорош! Отвали! Так. Есть.
Так, а, теперь его чё как, друзья, видите, да? Сейчас дроночка их сломаем. Есть, друзья, молодцы, минус два придурка. Так. Так, где у него взлом? Взлом. Ух ты. Ой-ой-ой. Да, твое рождение. Ай, зараза, сломали дрона. Так, теперь я хочу того большого дрона себе поиметь. Я, ну, взять его. Он реально класс. Так, взлом. Где он? Где он у нас? Так, куда он улетел? Вот он, по-моему, вот он, друзья. Так, есть, взлом. Это охеренная турелька, я хочу им поуправлять, друзья. Ах ты. Сейчас, друзья, мы устроим чистую эфемиду, а. Ух ты, ёшкин дрын, друзья. И лучше этого пока порубаю, а. Ух, друзья, да, весело. Так, мы пока их всех валим. А, друзья, я хотел сначала зайти тихо, а потом подумал, черт с ним, тихо. Давайте не парись, зайдем, сломаем все, что можно. Ха-ха. Друзья, классная миссия, классно я зашел, да? Ну что, почему бы нет дрона поиспользовать бы, а? Так. Нахер его. Заранее сломаем. Пока мы не можем контролировать эту музню. Блин, пулеметы закончились, да? Есть, красавчик, Димон. Так, что у нас там дальше у нас по счету? Так. Ага. Ой, я не туда зашел, не туда. Блин, не туда, а, друзья. Все, можно спокойно зайти, уж эти говоря. Так, где мой дрон? Во. Эй, подожди. Контролировать. Угу. Да, блин, классный, прикольный, друзья, дрон. Прикольненько зашел, друзья, взял. Не зря все-таки я сломал его в предыдущей миссии, именно покачал, а, что можно будет взламывать его. Так, теперь у нас что как там, а? Так. Ух ты. Лучше пока отключу, чтобы мы его давно не уничтожили, а? Есть. Так, и дальше что-то как у нас там? А-а-а, вот что как. А и где это взлом? Где чертежи? Где все остальное? Ну, я понял. Так, раз, два, это я втуплил. Опа, друзья, так, лестница, да? Сейчас, друзья, я все сделаю. Прикольненько так зашел, друзья, взял дрона под контроль боевого крутого. Всех почти поубивал, класса. Осталось, правда, немного, друзья, во. Так, маскировку бы мне взять, а? Ну, я не могу поменять, да? Жалко. Ух ты, пулемет у меня классный, друзья, мощный, но... Проблема в том, что... Вот у него... Это, как сказать, отдача очень жесткая. Во. Отдача у него капец такая жесткая. Так, пока падай. Готов, ублюдок. Так, все, друзья, пока вроде бы никого больше нету. А, тварь, а. Ты же против меня восстал, да, мудень? Не зря, друзья, его почти поймали, я добил его. Сейчас бы этот наш робот, который мы взломали бы, друзья, нас бы убил бы, а. Это было бы очень плохо, а. Зараза, Дима, держись. Опа, очки технологий, друзья. Сейчас все будет. Так, что дальше будем делать? А, вот что как, друзья. Ты отключил систему безопасности лаборатории. Чертежи микродронов должны быть где-то там. Ага, я тебя понял. Спасибо, Бегли. Спасибо. Тут пока у тебя никого, друзья, нет, да? Все отлично. Типа, либо паука можно было бы использовать, видите, друзья, либо я сам. Я лучше сам, а. Сейчас сделаю. Так, скачивание, ух ты. Я скачал чертежи. Если хочешь, можно уходить. А, все серьезно. Покиньте область. Ебать, друзья, конечно, а. Ха-ха. Миссия такая не особо долгая, друзья, была. Но интересная. Ой, блин, не туда пошел, а. Так, вроде бы тут все забрал, да, если не ошибаюсь. Так. Так. А, вот. А, это у нас камера, поэтому, да, друзья. Блин. Миссия вообще была не особо такой трудной, на самом деле, а. Ну, показалось поначалу было, да, будет трудно. А потом, друзья, она оказалась не очень трудная. Центр обслуживания дронов. А, центр обслуживания дронов Альбиона. Да, конечно, русские люди написали, а. Так, не знаю, стоит ли это делать. Ну, нужно как-то фокусировать то, что я видел. Это место, оно прямо как
фантастического фильма, а то мы еще не видели секретные лаборатории, нет доступа, разумеется, мы тут занимаемся только реновацией. И ученые, которые тут работают, очень странные чуваки, клянусь, они, один из них сатанист. Один из них сатанист, да. Так, друзья, миссия наша. Так, детек, ага, тайгет, паникует, класс, друзья, супер. Вот, так, сейчас вот, друзья, надо покинуть быстренько область. Такой пулемет реально классный, мне нравится. Так. А, вот, все, друзья, выход я нашел, по-моему, да? Так, где выход? А, в принципе, выход, друзья, находится везде, где угодно. Ну, тут выход найдем, так что быть. По коробочкам. Давай. Ап, красавчика. Вот, друзья, все. Теперь, когда у нас есть нужные чертежи, мы сможем начать строить микродронов. И лучше сделать это пошустрее. Нам нужно срочно попасть в Тайдис. Уничтожить проект Фемида, прежде чем Найджел его запустит. А судя по тому, что он говорил, времени у нас мало. Так, 19-я часть под названием «Кажет чертежи», друзья, завершена. Так, следующая миссия у нас будет в утробе зверя. Ух ты, прикольное название миссии. Так, всем, друзья, спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Тут у нас есть потенциальный рекрут, стоит присмотреться. Отмечу на карте. Пока-пока! Ага, понял тебя, Бекли, друзья, вы лучшие, вы классные, и мой агент говорит вам, hello, baby. Вот. Это я не говорил, друзья, сори. Все, друзья, теперь чисто пакедосик, с вас лайк, косик и подписка на мой классный канал. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.